Григорий Иванович. Погоди. Погоди. Дай кроссворд решить. Великая русская река на пять букв. Это что у нас? Волга. Волга. Правильно, подошло. Молодец. Молодец. Бугор Иванович. Погоди. Погоди. Автор таблицы Менделеева. Менделеев. Правильно. Молодец, молодец. Бугор Иванович. Погоди. Достояние народа, неоценимое материальными ценностями. Ту-ё, это что же у нас? Это у нас что же? Культура. Культура. Правильно, культура. Молодец, молодец. Ну, а у нас что с культурой? Ну, Бугор Иванович, нравственность падает. Да ты что? Ой-ё, просто. Да упала уже нравственность. Да ты что? Да что там говорить, Бугор Иванович, не поднять уже нравственность. Не, я падлой буду нравственность подыму. Даю 6 миллионов. Бугор Иванович, ну ты человек. Да. А то ведь стреляют на улицах. Вчера. Всегда. Вчера не мы. Так, вчера не мы, а позавчера. А, да. Даю 8 миллионов. Бугор Иванович, ну ты человека. Да. А то же наркотики на улицах. В Москве? Везде. В Москве не мы. Так в Москве не мы, а в Санкт-Петербурге. А, да, правильно. Ладно, даю 9 миллионов. Бугор Иванович, да за 9 миллионов мы же о вас песню сложим. Какую? Ну, спят бугоры темные. Или хорошая песня, даю 11 миллионов. Бугор Иванович, ну ты человек, да за 11 миллионов мы же фильм снимем, Бугор Иванович, и не коммерческий про проституток, а элитарный. Ты в главной роли. Ладно, даю 15 миллионов. Бугор Иванович, да за 15 миллионов мы же памятник вам поставим, Бугор Иванович. Не надо. Памятник в центре Москвы, Бугор Иванович. Не надо. На площади Дзержинского, во весь рост, от интеллигенции. Не надо. Я в розыске. Ты, культура, вот что. Тут такое дело. Я вчера с хлопцами в лес ездил. Ну, на шашлыки, там бегали по лесу, по кустам, из автоматов стреляли туда и сюда. И вот, знаешь, мне как звездонет лирой. Чем? Лирой, как мне звездонет. Взял стихи, написал. Понимаешь, никогда не писал, а тут как звездануло. Стихи написал, своим хлопцам прочитал. Они говорят, Бугор, хорошие стихи получились. Иди, говорит, в культуру, ты ее кормишь, пускай напечатают. Ну, давайте я почитаю. Можно я сам? Все-таки волнуюсь. О, да, первые стихи. Стихотворение у меня называется «Зима». Как название? Хорошее название. Хорошее, да. Краткость, сестра таланта. Да, «Зима». Угу. Все люди зиму обожают. Как начало? Хорошее? Хорошее, очень образное так. Все люди зиму обожают. Хотят на лыжах все ходить. А если станут мерзнуть ноги, то можно выпить, закусить. Все. Ну-ка. Хорошее, хорошее, да, хорошее. Нет, главное так образное, и рифмы свежие такие. Свежие, так еще не испортились, да, конечно. Нет, хорошие, да. Ну так что, напечатаете, нет? Все хорошо, Бугор Иванович, ну все. Ну. Но не я это придумал, понимаете, но не хватает положительного героя, понимаете? Ну, не я это придумал, но надо с кого-то читателем пример брать, понимаете? Ну и что теперь делать? Ну идите поработайте. Да. Через недельку приходите. Ладно, через неделю приду. Все, давай. Давай. Оп. Куда пошел? Я пришел, неделя прошла. Привет. Культура. Поработал, как ты и просил. Значит, название оставил прежним — «Зима». Хорошо. Все люди зиму обожают. Ага. Я
как положительный герой. Вы? А что тебе не нравится тут? Да не, все в порядке. Ну, тоже страсть ее любил, в лесу на лыжах поезжая, я помню, выпил, закусил. Хорошо, 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 особенно вот это поезжаю, да. Поезжая, да, это очень, да, удачно очень получилось. Удачно. Да. Ну что, напечатаешь, нет? Все хорошо, Бугуранс, ну понимаете, уже не актуально, ведь на улице-то уже весна, весна на улице, весенние деньки. Ну и что? Ну так про весну надо что-то, Бугуранс. А что сразу-то не сказал? Я ж не знал. Что не знал, что у тебя после зимы весна будет, что ли? Че дурачком-то прикидываешься, культура? Ну поработайте и приходите через недельку. Ладно, все, через неделю приду, все. Все. Все, куда пошел? Я пришел, неделя прошла. Как ты и просил, культура, я поработал, написал, значит, стихотворение про весну. Название никогда не догадайся. Ага. Называется «Весна». Да, как обухом по голове. Весной поют на небе птицы. А люди ходят в долг просить. Ведь каждый человек стремится весною выпить, закусить. Все! Нет! Нет! Я, знаешь, так подумал, у тебя потом нечаянно еще и весна закончится, я сразу про лето маханул. Стихотворение называется «Лето». Светило летом, шпарит в темя. Нельзя на солнце выходить, зато в кустах в такое время все могут выпить, закусить. Хорошо. Хорошо. Бугор! А чего мелочиться, Бугор? Да. А звездани роман в стихах. Роман в стихах? В стихах. А как платить будешь? Как деньги дашь, так и буду платить. Тогда построчно. Договорились. Это мне поработать надо. Да. Это мне где-то надо месячишку на это дело. А успеете? Да уж постараюсь. Через месяц. Через месяц. Хоп! Куда пошел? Я пришел. Месяц прошел. Как ты просил, написал роман в стихах 676 тысяч строк. Сколько? Ладно, 300. Загибай пальцы. Называется «Осенняя пора». Осенним днем всем людям грустно. Идут осадки, цельный день. И можно выпить без закуски, когда приходит к нам осень. Культура! Ты чё поехал, культура? Не зря стучал я на машинке, не зря хотел поэтом быть, ведь на поминках по культуре все могут выпить, закусить.